Гостехнадзор проверит аттракционы в Томской области. Ежегодно накануне и во время летних каникул инспекторы проводят профилактические и контрольные мероприятия по соблюдению требований к эксплуатации аттракционной техники. Операция «Аттракцион» продлится в регионе до 1 ноября. Во время рейдов инспекторы проверят регистрацию аттракционов, наличие технического осмотра и допуска к эксплуатации. Кроме того, проверяющие будут взаимодействовать с органами местного самоуправления при проведении массовых мероприятий, где предполагается использовать аттракционы. При выявлении нарушений виновные будут привлечены к административной ответственности. В Томской области эксплуатируется до 600 различных аттракционов. Сотрудники органов гостехнадзора готовы оказать правовую и методическую помощь владельцам аттракционной техники для предотвращения происшествий, отметили в ведомстве.